сломанный нос, разорванную губу и почерневший глаз было настоящей пыткой. Просила подругу, говорю, слушай, мне сейчас вот для морального состояния, чтобы я чувствовала себя хорошо, посоветуй какую-нибудь. В общем, книга называется «За закрытой дверью». 25 глав этой книги. Очень интересно, очень захватывающе, но, знаете, не... точно не для моих нервишек в этот раз. Это, конечно, кошмар просто вообще. Ужас, ну и книга. Еще когда ты едешь в машине, ее слушаешь. Машесты. Это мой... Дуй. Дуй, Бьёню.